здрасте, с вами Зломонах, и сегодня добро пожаловать в Майнкрафт. И сегодня я сделаю рум-тур по моему новому дому. Извините, да, просто у меня стерся старый мир, где у меня был дом. Но я создал новый. Давайте сначала пройдем по этим. Тут у меня тут всякие рыбки, кальмар. Но это не особо. Это у нас тут костерчик. А это эндер-кристалл. Зачем я сюда запихал, я не знаю. Блин, это могила моей пчелы. Она умерла, блин. Жмых ее звали. Это вагонетка, которая ведет в сломанную деревню. Это, собственно, защита. Ну, чтобы если кто-то далеко на меня пошел, я вот так вот хлоп. И все, огненный шар полетел. Но это балкон, я потом его покажу. Тут, кстати, лама сама тут присела прям в вагонетку. Я сам этого не знал. Лама тут сама. Ну, давайте сначала зайдем в дом. У меня тут немного питомцев осталось, конечно. Тут у меня лежал бутылек с медом, а тут был улей этой жмыха. Тут у нас часы, картограф и все остальное. Это у нас броня вот так лежит. Полки, мурка, ёбы. Ну и Кузя. У нас просто во дворе жил пес Кузя, а вон там еще все мои рыбы живут. Ой, и дракон еще своей пастью шевелит. А еще вот секрет. А, это у нас когда... А это у нас небольшой тайник. Вот небольшой тайник так-то. Который можно вот так подвигать и зайти сюда. Тут колокол есть. Да блин. Ну давай, звени. Ну не звенит, ладно. В принципе, ну как бы ладно. Это у нас строительные леса в качестве полок поставил. Ну и второй этаж. Тут у нас флаг, это у нас тыква, а это у нас запасной проход. Ну, думаете, вы поняли, что там типа стена сдвигается, чтобы сбежать можно, если кто-то домой заберется. А это у нас тут еда лежит всякая, это у нас типа кухня. Это у нас яйцо эндера. Это у нас, как его, музыкальный сундук, а это ткацкий станок. Так, это у нас фонари, как всегда, ульти разбитых фонарей. Ну, а тут у нас, что? Это у нас тут, это у нас балкон, на котором у меня есть мой... На котором есть мой верный этот, как его? Так, это у нас шалкер. Тут у нас трезубец и окаин. Это у нас типа чел, у которого, кстати, вот... Кстати, а где крылья? Я на него крылья как бы посадил. Ладно, у него тут щит есть. О, пупырник! Помните, у Данкара была лошадь? Только ее визер почему-то грохнул. Вот, ну потому что это визер был. Вот теперь я пупырника к себе приютил. Это у нас типа стол, можно любоваться. Ну, я такая от врагов, в принципе. Все, войну жителям. Ну, давайте, ладно. В принципе, надо поспать. Блюм-блюм-блюм. Ладно, надо поспать. Так, блин, у меня мало хп осталось. Надо что-нибудь поесть. Что у меня есть? Рыбка. Ну, рыбку, в принципе, можно и мурку покормить. Мурка, ешь. Молодец. А я себе что-нибудь на кухне найду поесть. Может, золотое яблоко даже найду. Ну-ка. Ну-ка, поем яблочко. Восстановилось наше хп. Кладем яблоко обратно. Что, вроде я поздоровел, и, в принципе, мне можно отправляться на... Что ему делать? Так. Так, блин. Дайте пройти. Ладно, там... Ладно, Кузя, мурку не обижай, я, короче, пошел. Лама, ты тоже тут сиди, никого не плюйся. В общем, я пошел. Так, ну что-то у нас... Так, нам гнилая плоть осталась... Регенерация. Да, регенерация мне, в принципе, незачем. Так, пойдем что-нибудь делать. О, это что? А, это просто вода. Поищем, может, у меня что-нибудь есть. Давайте-ка создадим, не знаю, там. Верстак нам нужен. Так, чтобы нам нужен верстак, нам нужно добыть дерево. А дерево, оно вон там. Ну, булыжник у меня есть, чтобы сделать каменную кирку. Да блин! Опять я ставлю и стал. Ладно, пусть пока тут постоит. Я лучше голыми руками дерево порублю. Это даже приятней. Нам нужно верстак сделать.
а потом доски. Нет, сначала доски, потом верстак. Потом я тогда уже сделаю себе каменную кирку, чтобы пойти в шахту. Нарубим сейчас дерево. Нарубили. Так, ладно. Что нам тут можно сделать? Доски. Надо найти доски. Доски. Отлично. Она, как же верстак? О, верстак. Отлично. Верстак мы сделали. Для того, что бы нам нужно сделать, нам нужна палка. Так, стоп. Нужно две палки. Так, стоп. Это не подойдет. Нужно из булыжника делать. Блин, так. Ну ладно, ладно, ладно. Так, чтобы сделать еще одну палку, нам понадобится это. Так, давайте сделаем каменная кирка. Так, нам нужна еще одна палка. Значит, сделаем палку. Давайте сделаем палку. Палка, сделали. Давайте теперь каменную кирку. Отлично, ну все. Каменная кирка у нас вроде готова, и можно идти в шахту. Чпуньк! Ой. Ой, блин, нажал куда-то, и у меня все вылетело. Отлично, вот и я снова тут. И теперь нам нужно найти шахту. Блин, а я тут пытался сделать крепость для этого, для визера. Но вместо этого он сломал мне дом. Нормально. This is fine. Вот он где жил. Ведро не ломается. Опа. Ну-ка. Что у нас там под водой? Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ух ты. Красиво. А вот это вот совсем некрасиво. Уплываем, 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 уплываем. Буль-б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 уль. Буль. Железо. Главное, чтобы оно не упало. Нам нужно что-нибудь выкинуть. Это у меня вообще инвентарь нет. Ой, магма-куб, а ты тут как? Оказался. Ай, уходи, противный. Молодец. Ой, магма-кубчики, уходите. Не хочу с вами дружить. Блин, да чё вы тут все забрались? Тут как будто на побой. Ладно. Добуду немного железа себе. А то вообще ничего. Блин, чертова магма. Придется ее тоже выкидывать. Мне железо-то все-таки нужно. Отлично, железо взяли. Но нам нужно в гору, потому что там в горе много чего, минералов есть. Давайте копать. Нам нужно это... Как его? Нам нужно какой-нибудь фонарь, чтобы все было не так темно. Точно, у меня же есть огненный шар. Ай! Не в том-то смысле, огненный шар. Ну, да-да, огненный шар не в том смысле, что ты меня должен бить. Ай, блин, сейчас кажись. Капут. Блин, нафига я ничего есть не взял? Ой, потух наш огонь. Уходи. О, нет. Нет, прощайте. Я не хочу этого делать. Ну, ладно. Ты питаешься, это понятно. О, кстати, у меня все инвентарь сохранился. Ну ладно. И да, у меня теперь такой вот новый скин, типа испуганного Моргенштерна в зеленом халате. Это как дела, как дела, как там новый Кадиллак. О, через несколько секунд нашел залежи угля. Главное не слишком сильно закидываться им, а то опять получится как в прошлый раз. Наберусь угля и все. Ну три угля достаточно. Мне, в принципе, печка и не нужна. Нам нужно найти шахту какую-нибудь, чтобы там подобыть минералов всяких. Чем нам так много булыжника? Нам уже не нужен булыжник. Как бы, ребята, все на этом. Я сделал румтур и все, пока.